Привет! Мои подписчики часто спрашивают меня, какой медиатор лучше выбрать для металла. Отвечаю. Dunlop Tortex 0.73 я считаю самым оптимальным вариантом для рубки всяких метальных рифов. Но если вы хотите как-то самостоятельно поэкспериментировать с разными медиаторами, то вам важно знать три правила. Первое. Чем толще медиатор, тем дольше атака. Второе. Чем толще медиатор, тем больше в звуке низких частот. И третье. Чем толще медиатор, тем меньше нагрузка на вашу правую руку. Ну а для тех, кто хочет прямо здесь и сейчас каких-то конкретных примеров в плане звука для сравнения, предлагаю свой метал-тест для медиаторов Dunlop.